Иншаллах, я приеду в Баку, откроем эфир. Первый Алматы? Как? Я не поняла. Ой, извините, будете приводить мне своих жен, да, правильно, извините, просто очень сильно тороплюсь, поэтому так быстро разговариваю. А как не выйдешь? Да потому что еще рано. Еще не мое время, извините. Ой, спасибо большое. Еще некоторые умудряются говорить, что я применяла какие-то хирургические вмешательства, хотя я против этого. Ты армянка? Нет, я азербайджанка. С ТикТока не надо брать жен? Ну, для кого как, конечно. Есть нормальные, ненормальные люди, поэтому мы не знаем, как все будет. Может, вы, не знаю, если свою любимую девушку встретите, все, не женитесь. Здесь же есть нормальные, ненормальные. Как девушки, так и мужчины, правильно? Это в любой соцсети, понимаете? Что в Инстаграме, что в ТикТоке, что в Ютубе, везде так. Как вы? Все хорошо, спасибо, у вас как дела? Не болеете? Нет, я не болею. Чего ты думаешь, что я болею? Азербайджанки красавицы. Да, мы все красавицы. Сегодня наконец-то мы куда-то идем. Тут не управляют. Лайкаем. А, спасибо, что лайкаете. Кстати, блин. Сейчас можно секундочку? Я отвечу. На массаж приходите. Нет, спасибо, но вы можете здесь себя порекламировать. Порекламируйте вот себя здесь, чтобы к вам все приходили. Жалко, все люди разбежались. Ну ладно. Сейчас тапочки надену. Так классно, когда ты ничего не ешь. Спасибо большое. Очень приятно. Элла. Не знаю я, ребята. Сейчас мне так хорошо. Знаете почему? Потому что я начинаю жить. Фейерверки взрывают. Но у любви свое бедное кино. Так что да, рассказывайте. Добрый день. Господи, спасибо большое. Кто что делает, как прошел, вы знаете, вот этот год, 2024 год, который наступил, мне кажется, что он, не знаю, так себе, потому что, не знаю, обычно всегда было очень интересно встречать Новый год, но в этом году, я не знаю, что-то очень скучно было, все было по-простому. Вы знаете, вот как будто вот до этого было нормально все, а вот этот год, я не знаю, что-то так скучно мы и встретили.
Старость, правда, честно, я с вами согласна, это правда, старость, вот с каждым годом все скучнее и скучнее становится, потому что, не знаю, скорее всего, старость, еще плюс столько у тебя дел, это учеба, у тебя просто, наверное, просто тебе хочется отдыхать, спать, а раньше было интересно, потому что не было таких дел, там, учебы, у тебя было больше свободного времени, ты хорошо высыпалась, может, поэтому, не знаю. Но этот год дракона, надеюсь, он будет лучше предыдущих. Да. Кто здесь у нас дракон? Спасибо. Сколько вам лет? А, мне 19 лет. Блин, так, знаете, так грустно, что скоро мне 20 лет. Честно, очень грустно, потому что вроде недавно мне было 17 лет, 8, резко 20 лет. Это ужас. Куда я вообще иду, не могу понять. Мама говорит, а когда тебе будет 40 лет, что ты будешь делать? 45 лет. Это вообще, наверное, буду плакать. Почему мы не, почему вот мы не живем много-много лет? Почему мы должны, не знаю, вот пожить 60-70 лет? И то, если доживу, будет прекрасно. Вот. Почему не сделали так, чтобы мы вообще жили вечно? Нет, можешь пройти. Яна едет. Яна? Ты напиши туда, что этот. Через час приедем, чтобы увидеть. Сейчас позвоню. Алюка Масала. Сейчас она. Я выйду как раз. Все, мало, собираемся. Так, есть вечность, только не на земле. Я согласна с вами, но умирать тоже не хочется. Спасибо. Кто-то взрывает фейерверк. Алматы. Да, ребят, я по нации азербайджанка. Сейчас вас гласят, да? Не гласьте. Я же не каждый день красивая. Не знаю, вы вообще верите в глаз? Такие волосы, да, мне мама помогла еще их накрутить. Я же вообще их не кручу, ничего. Я обычно вообще собираю кубышку или косичку, все. А, знаете, я же вообще даже в универ не крашусь никогда. Там косичку сделаю и так далее. Мне когда я что-то выкладываю в сторис или же в ТикТок, мне говорят, Нурмина, это ты? Спасибо большое. Так что аккуратнее. Все отправляют запрос, когда не надо. Да надо, никто не отправляет запрос, а еще и не девушка. Кто на меня уже в Инстаграме подписался? Не знаю, вы знаете, меня недавно звали быть моделью свадебных платьев. Я не захотела пойти, потому что потом скажут, ты что, замуж уходишь? Они же не так понимают, поэтому я решила не идти. Хотя могла пойти, но я не пошла. Ладно, ничего страшного. Еще у меня была учеба, поэтому я не пошла. Я сказала, ладно, не надо нам туда идти. Сейчас что нам там делать? И мы не пошли никуда. Привет, с Новым годом вас и красивое имя. Спасибо большое вас всех с Новым годом. Хотя Новый год пришел, но все же с Новым годом вас всех. Желаю вам самое главное крепкого здоровья и огромного счастья. Чтоб все ваши мечты сбылись. Главное, вам и вашей семье я желаю крепкого здоровья. Если у вас будет крепкое здоровье, у вас будет все, что вы захотите. На мою племянницу... Но...
Ой, ба, вы уже до моих ноздрей дошли. Спасибо. И вам спасибо. Так, откуда? Я живу в городе Алматы. Тетенька. Ребята, меня называют тетенькой. Ладно, принимаем то, что есть. Не будем ругаться. Сегодня прекрасный день в моей жизни. Вы знаете, я так хочу к своей бабушке. Она у нас живет в Шымкенте. А мне туда ехать очень долго. То есть нам из Алматы в Шымкент ехать, ну, около, ну, почти сутки, если... Ну, вообще на автобусе, да, если... Ну, мы в основном на самолете. Я...